пробочку. Большим натяжением, то, что у вас тянуло вовнутрь обратно, да? Держим резинку. Внешняя ножка во внутреннюю поверхность вращаете, внутренняя нога тоже вовнутрь. Понятно? Поехали. 8 раз. Поживее. Поживее, поживее, поживее. Внутренне, аккуратненько. Хорошо. Хорошо, там. Шли.
Пошли как угодно, пропуски, подсказы. Я же молкаю, вы делаете сами все. Когда-нибудь.